Всех приветствую, друзья. Закончил я вот этот клинок для катаны Кугацу или сентябрь. Вчера в видео я показал, как я им делал тестовую рубку простую. Вот клинок из стали О8А с селективной закалкой. Длина клинка или длина нагасу составляет 710 миллиметров. Ширина идет 32 миллиметра и 23 в районе ребра йокоты, и толщина соответственно идет миллиметра 4,5 и 7 миллиметров. Здесь идет сечение клинка синоги дзукури. Сейчас попробую показать саму зонную закалку, насколько мне позволит, скажем так, устройство. Клинок полирован до 2500 зерна абразива. Для практической рубки, для чего он будет использоваться, я считаю, этого более чем достаточно. А может быть, даже это и немножко слишком. Что имеется из особенностей клинка? Значит, синоги дзукури идет таким образом, сделано у меня. Для облегчения клинка плоскости синоги дзи, то есть или галомень, как ее часто называют, идет здесь параллельно. Дальше идет плавное сужение с переходом практически в ромб. И снова в районе кисаки он выходит в параллельные плоскости. То есть вот такой вот характерный профиль клинка позволяет клинок облегчить значительно, сделать его легче без нарезки, какой-либо нарезки долов. Сейчас попробую с этой стороны показать, если нет, получится. Ловить крайне тяжело, на самом деле. Ну, кто пробовал фотографировать, либо снимать на видео подобного плана клинки, прекрасно это понимает. Но в данном случае у меня нет, наверное, какой-то такой сноровки правильно это сделать, чтобы показать все так, как положено. Но постараюсь это сделать. Вот. Муфта. Я муфту сделал из латуни. То есть вот у нас идет пайка серебром. Пропаял серебряным припоем. На хвостовике, соответственно, мое клеймо стоит. Вот такой вот клиночек.